И всем привет, дорогие друзья! С вами Максим, это канал Unrulagon, и мы продолжаем проходить Darksiders, собственно, оттуда, откуда я и закончил. Я решил просто разбить на две серии, потому что... это же круто! Так... а как раскачаться? А можно раскачаться как-то? Понятно. Только смертью можно раскачаться. Так, надеюсь, сегодня меня здесь никто мучить не будет. Вот, и мы пройдем достаточно спокойно последнего босса. Без толпы врагов в замкнутых помещениях, как это было вот с паучихой. Ну это там вообще трэш какой-то. Даже бой с паучихой был не такой тяжелый, как с ее приспешниками. Если бы у меня там не залипал геймпад, то она вообще на изи просто проходится, на изи. Серьезно. Атаки у нее обычные, главное видеть, куда она телепортируется, но она почти всегда телепортируется на вас или рядом с вами. Но если рядом, то там вообще все понятно. В любую сторону прыгая, ее атака пройдет мимо. Вот, а если еще запастись при этом аптечками или включить каменную кожу, то в принципе она вообще не такой уж и страшный монстр. Интересно, что нас ждет, блин, дальше. Есть тут где-то магазин Вульгрима, чтобы телепортироваться сразу? Поближе. А, есть, знаю, да. Сейчас мы до него доберемся. Мне показалось за мной преследование. Но это просто показалось. Так, друг мой Ситный, мне нужно много чего от тебя. Мне так жаль, Селиту, но может у тебя найдутся души, чтобы облегчить мои страдания. Давай, ростовщик душ. Две тысячи маловато. Маловато. Далее. Надо пистолет качать. А, пистолет нельзя качать. Удар с размаха. А, нажмите и удерживайте Y. Сотрясающий удар. Так, чтобы еще вкачать. Пила. Удерживать А и это. О, кстати, неплохое, наверное. Давайте купим. А, вот что я хотел. Одну такую купим. Получив смертельный удар, война полностью восстанавливает запас здоровья и энергии. О, кстати, прикольно. Так, ну нет. Твоя мудрость равна твоей силе. Так, 4000 осталось. 4000. Было бы что-то, что высасывает здоровье врагов.
блокирующий контур удар. Так, купим, ладно. Удар гарпун, кстати. Кстати, а иногда он у нас срабатывает, можно купить. Давайте купим удар гарпуном. Твоя мудрость равна твоей силе. Ну и ладно. Оружие. Вернее, способность. Так, все, погнали к нашему. Я хотел сказать Азазелю, Самаэлю, конечно же. Кстати, надо не забывать, что здесь иногда может не появиться пол, поэтому надо бегать аккуратно. Погнали. Самаэлюшка, где ты? Ну-ка, а нет, не тот удар, сейчас. Иди сюда. Да опять не тот удар, да что такое? Меч у меня на какую кнопку? А, во, сейчас был этот гарпун проделал. Да, я его не зря все-таки купил. Он идет! Умри! Ну и где ты? Ух ты! Это заявка на победу. Не, сначала к Самаэлю. Что ж, меня геймпад разряжает. Я начал подозревать, что ты не выполнишь свою часть сделки. Отдай сердце мне. Ты солгал мне про приближенных. Они не думали охранять башню. И что с того? Моя древняя история к нашей сделке отношения не имеет. Я обещал тебе башню. Ты ее получишь. Тебе нравилось не давать мне то, что мое по праву? Вернув свою силу, я подобен самому Богу. Я мог бы выпить мозг из твоих костей быстрее, чем ты сделал бы один вдох. Я мог бы. Но у меня есть деловые принципы, которым я следую. Кстати, можешь не рассказывать мне о равновесии и законе.
Желание отомстить я ни с чем не спутаю. Нельзя не уважать его. Что до обстоятельств моей отставки? Скажем так, мне не нравится свита, которой окружил себя мой господин. Почему ты бросил вызов разрушителю, Самаэль? Пройди свой путь до конца, всадник, и ты обязательно это поймешь. Ты доверяешь ему? Самаэлю? Кто знает, в какой круг ада ведет этот портал? Мы еще встретимся. Угу. Ну да, Самаэль оказался все-таки относительно хорошим парнем. Так, слушайте, я не знаю, что делать. У меня геймпад уже еле-еле дышит. Еле-еле дышит. Что в таком случае делать? Я не знаю. Запись идет не так уж и давно. Можно, в принципе, ее объединить с предыдущей записью, но тогда она получится очень длинной. Можно разбить ту запись на две и соединить кусочек с этой, но, блин, честно говоря, не хочется этим заморачиваться. Так, а тут можно найти какой-нибудь сундук тут есть? Секретный. Нет. Так, ну что ж, видимо, мы отправляемся в ад. Черный трон. Ага, тут даже мы не знаем. А, ну у нас нету этой карты. Да, поэтому я не знаю, что нас ждет на других этажах. Но я надеюсь, что это не очень длинная будет локация. Мам, дорогая. Ага, все. Пути назад нет. А вот и, видимо, наш главный. Здравствуйте. Азраил. О, небеса. Седьмая печать не была сломана. Есть ли у тебя причина бояться меня, ангел смерти? Если не собираешься убивать меня, может, ты поможешь мне? Скажи, зачем мне делать то, либо другое? Послушай меня. Необходимо закрыть врата. Необходимо отрезать башню от Источника. И именно из Источника душ Разрушитель черпает свою силу. Источника душ? Да. Миллионы душ. Провощенные, истерзанные. Они и та сила, что питает войска Разрушителя. Ты страж загробного мира, смотритель источника душ. Ни одна душа не сможет вернуться в наш мир без твоего ведома. Если только ты сам не откроешь ей путь. Разрушитель выставил против меня сильнейшего из приближенных. Я преуспел не более, чем ты, всадник, сражаясь со Страгой. Страга. О. Ты отведешь меня к нему. Да, обещаю. Говори, что я должен сделать для Ангела Смерти. Пожалуйста, найди способ перенаправить силу в этот зал. Освободить Азраила. Так. Блин, 14 минут всего идет запись. Маловато будет.
Ну ладно, будем, короче, до победного, пока совсем не сдохнет мой... Пожалуйста, найди способ перенаправить мой геймпад. Это секретная дверь, не? Пожалуйста, найди способ перенаправить силу в этот зал. Так, ну что ж, первая дверь. Да, путь будет нелегкий. И не короткий. Ладно, побежали. Куда-нибудь хотя бы. Здесь нам делать нечего. Сюда мы пробраться не можем. Остается только этот путь. Этот путь тоже закрыт. Так, здесь ворота закрылись. А где открылись? Открылись вот здесь, да? Да. Так, я не вижу, что там происходит наверху. Стоп, мне нужна вот эта дверь. Все, понял. Вон там дверка открылась, теперь мне нужно, чтобы вот здесь открылась. Да. И все, я красавчик. Так, перелечу я, нет? По идее, должен. А, тут теперь закрыто. Допустим, куда дальше? Дальше туда. Блин, вот идиотизм. Так, стоп.
Ладно. Тут открыто. И тут открыто. А тут у нас закрыто. То есть, получается, мне нужно... Не знаю, вот в это, что ли, стрельнуть. Но, похоже, да. Вот так вот, молодцы мы. Я и вы тоже. По крайней мере, вы молодцы, то, что смотрите мои, как сказать, мучения в этой игре. Сим-сим, откройся. Слушай, а мне интересно, куда делся у меня... Куда-то у меня делась моя дудка. Мне бы дудку, наверное, вернуть было бы неплохо. А что ты такое? Ну, ты типа страшный, но не очень. Но, видимо, будет еще. А, нет. А вот и конец этой серии. Ну хватит. Так, давайте сохранимся. Блин, что я делал? Так, вот данные. Сохранить. Ты хорош. Короче, дорогие друзья, на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Если понравилось, можете поставить лайк, подписаться. Я это говорю быстро, чтобы контроллер снова не отключился. Всем пока-пока. Ну, соверши ты уже самоубийство. А, нет. Все, всем пока еще раз.